Впереди зима, и представители коммунальных, а также энергетических компаний проводят последние проверки оборудования перед сезоном морозов и снегопадов. Филиал Россети «Центр Тверьэнерго» получил статус готовности к периоду холодов. Что это значит и как выражается труд энергетиков в цифрах, выяснила наша съемочная группа. Статус, символизирующий своевременную подготовку электросетевого комплекса региона к зиме, получен Тверьэнерго на основании решения приказа Минэнерго России, подтверждающего готовность компании Россети «Центр» и всех филиалов организации к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок. Мероприятия ремонтной программы энергетики выполнили в полном объеме. Суммарно мы расчистили более чем 2600 га просек, более чем 254 километра линий привели в порядок, 1013 опор воздушных линий и 505 трансформаторных подстанций с напряжением 6, 10, 0,4 кВт. 28 центров питания напряжением 35 и выше тоже было приведено в порядок. На случай необходимости проведения аварийно-восстановительных работ в экстремальных погодных условиях Тверьэнерго подготовлены 872 единицы автотранспорта, подъемно-транспортных машин и механизмов. Порядок действий в нештатных ситуациях тверские энергетики отработали на специальных сетевых тренировках и межведомственных учениях. Впрочем, получение статуса готовности к зимнему сезону вовсе не означает, что у энергетиков появилась возможность выдохнуть. Напротив, начинается самое ответственное время. Энергообъекты работают в условиях низких температур, а потребление электроэнергии сильно возрастает, увеличивая нагрузку на сети. У нас создан единый центр управления сетями, который располагается в этом здании. Фактически все управление энергосистемой Тверской области расположено прямо здесь, ведется отсюда. Современные каналы связи, современное оборудование SCADA, интерфейс диспетчера-машина позволяют нам в режиме реального времени отслеживать изменения, которые происходят в сети, соответственно, на них реагировать. При формировании ремонтной программы этого года сотрудники проанализировали опыт прошлых осенне-зимних периодов. При возникновении отключений не только ликвидировали их, но и подробно разбирали причины возникновения. На основании полученных данных корректировались производственные программы, перераспределялись ресурсы для устранения проблемных моментов. Все организационные и технические мероприятия, направленные на повышение надежности работы энергосистемы, завершены. Теперь электросетевой комплекс уже будут испытывать на прочность ледяные дожди, ветра, зимние морозы и снежные бури.